Почти 12 часов ночи, а к нам вот такой гость пришел. Вот такой красавчик-ежик. Я очень мало видела ежика в жизни, но тем более так близко, это, наверное, в первый раз. Боится, но трогать мы его не будем. Он живет у нас вот под такой плитой. Там есть такие дырочки. И он очень редко выбегает. Он уже большой. Муж говорит, у него есть там детеныши. Маленькие. Я сейчас уйду, и только потом он начнет бегать. Пока сидит на месте. Хочется его погладить, но страшно. Носиком уткнулся и сидит, ждет, пока я уйду. Боится. Желаю вам таких гостей ночных. Вон какой носик. Если ежики живут в вашем дворе, это очень хорошо. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада вашей поддержке. Обязательно забегу к вам на огонек. Желаю вам всего доброго. Пока-пока.